Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале «Живая мастерская вершина». Протестил я контрольный нож сейчас. Канат у нас... Результат изменился. Скажу сразу, канат стал плотнее. Сейчас объясню, в чем, наверное, дело. Так как я брал бухту, у нее есть примеров метров 10, это свивка идет. Вот. Сначала я ее тестил и на ней проверял. Сейчас уже сам коренной место пошло, вот поэтому оно стало у нас 250 резов контрольный нож. Ну что ж, хотел я сначала сделать М390, но к сожалению не хватает у меня ее зарядить. У меня есть отдельные клинки, попробуем их попозже. Ну с другой стороны, твердость данной М398 63,5 единицы, М390 163,5 единицы. Единицы одни, но результаты, я вас уверяю, будут разные. Так, ну что ж, я думаю, приступим. Так, все мы выставили, надо сбросить. Все у нас пошло. Предыдущий тест был у нас 7 эталонов, 7 эталонов других людей, этот, я имею в виду других мастеров, это Игоря Лукинова, да, у Сергея Жирова на канале, у него тоже у нас тесты могут быть различаться. Корни, прошу прощения, у меня и насморк, ну, в общем, я болею, поэтому буду говорить маленького носа. Вот. Результат у нас разнятся, поэтому у всех свои. У нас нет именно задачи, скажем так, кого-то перегнать, догнать и обогнать. У нас есть задача стабильно хорошие результаты сделать. И относительно своей термообработки двигаться вперед. Вот. Да, я, когда мне интересно, я беру, бывает беру очень известных мастеров ножи на тест. Мне друзья присылают, но я их никогда не буду опубликовывать. Потому что это, если сам мастер пришлет, это другое. Вот PSF 59 от SOF мне предоставил мой друг. Вот. Очень классный нож. Прям бомба. Ну, PSF 59, К390, ой, CPM 10, К390 маленько другая по составу. Она там больше К294 подходит. Вот, CPM 10, как я говорил, PMD 10, и вот все, два NADIS 10, они примерно схожи по составу. Вот. И поэтому мне, ну, в общем, это больше для меня все надо. Поэтому я говорю, не нужно сравнивать мои-то с чьими-то. Да, у нас какая-то корреляция с Сергеем была на тот момент, пока он не купил новый канат. У нас очень близко было по... Можно было пересчитать процентное соотношение. Сейчас, к сожалению, ситуация другая. И у меня канат сменился, у Сергея канат сменился. Как у нас все поменялось. Я тоже долгое время не мог прийти к общему заметку, потому что один канат такой, другой такой. И все-таки решили не в резах, а в талон. В талонах будет все-таки проще. В попугаях. Попугаях, как Игорь Медрич. Все время смотрю. Иван 199. Результаты. За Евгением Литвином наблюдаем. Мне очень в этом плане нравится Роман Королев. У него именно стабильные от раза к разу хорошие, даже замечательные результаты. Что, собственно, и мы пытаемся добиться. Не одного какого-то конкретного ножа, да, чтобы он прям отрезал. Но зато потом
тяжело будет это повторить результат. А именно, чтобы от раза к разу была. Но все равно, да, у всех тоже случаются какие-то казусы. Термобот, я вам скажу, у меня он купил 53-й. Опять, не знаю, может это край был, может что. Три железки просто порвало. Хотя в одной, сразу я калил 40 штук в одной партии, и только вот три из них порвал. Причем очень много трещин. А остальные все целехонькие, вообще ни одной, даже намека нет. Так, тем временем, у нас еще нет одного того. Мы готовимся к выставке во всем. Сделали нам новые ножны. Завтра, наверное, или послезавтра я их заберу. Стеснением нашего логотипа. Вот такой вот. Да что ты будешь делать? Мы хотели на клинках делать такой же логотип, но когда, если маленький дел, там не разберешь ничего, а когда побольше, чтобы буквы читались, там уже на пол клинка такая фигня получается. Поэтому так и решили оставить букву В. То есть вершина. Режет, конечно, помягче. В этой термичке. Ну, то есть я маленько убавил твердость в угоду износостойкости. И посмотрим, удалось ли нам поймать ту золотую середину соотношение. Канат, я еще раз повторюсь, это косвенный показатель. Самый все-таки показатель это не канат, а непосредственно почему нож будет работать. Так, у нас уже 400. Почти два эталона.
Оказалось, вроде за, да, закрытый. Ай-яй-яй. Концевичок. Три штуки вычтем потом. Не принципиально. И туда набивается вот этот волос. Он начинает пропуски делать. Он правильно показывает. Сейчас мы ударились в этот, в микарту, но при этом мы будем делать ножи и с карбоном, и с деревопластиком. Ну, возможно, от дерева совсем откажемся, даже от стабилизированного. Ну, по причине, ну, были случаи, потому что хорошую стабилку найти проблематично, и даже в хорошей стабилке очень много, скажем так, брака. Невозможно следить, да, как там волокна расположены, пропитается там смола полностью, пропитается. Вот. Поэтому. Пока мы отказались. Вот. Да, все-таки структура дерева, она неповторима, красивая, но вот. Пока ближе к синтетике. Никак она легкая, то есть она где-то между деревом, наверное, как раз цепкая, даже мокрая ладонь, заполированная даже микарта очень хорошо. То есть когда микарта начинает маленько намыкать, у микарты ставит ворс, она становится цепкой. Да, кстати, мы с Сергеем разговаривали, где он этот хитрый нож на зарубу. У нас их было два варианта. Хотел и на прошлый раз. То есть вот такие были. Вот этот на первой зарубе Сергей с ним выступал. И не знаю, где-то здесь он еще невзрезанный бланк лежит. Я маленько сейчас здоровье поправлю и займусь. Сделаем, наверное, штучки 3-4. С собой возьмем. На выставку. Завтра, послезавтра. В общем, за выходные, скорее всего, появится еще одна новая модель. Длина, это будет фултан пока в H12. Клинок
160, будет довольно-таки длинный. Будет насечка на обухе по умолчанию. Название пока наше думаем. На выставку мы поедем втроем. Поедет Андрей Верхолет, поедет Виктор Сухов и я поеду. Вот. Возможно, поедет с нами мой родной брат Владимир, если я его уговорю. Ну, с ним поспокойнее, он бывал уже на выставках. Вот. Крайне коммуникабельный по сравнению с нами. Нет, хотя Виктор у нас очень коммуникабельный. Посмотрим. Попрошу, а там посмотрим. Согласится он, не согласится. Так. Тем временем у нас три талона. Канат я недооценивал зря. Он такой довольно-таки уже пошел. Жесткий, хрустит. То есть это мои предположения, то есть когда их свивают, да, канатная трасса есть, и вот свивка, там вот это первые 10 метров, где много ниток, вот. Я был на заводе, кстати, на канатном, смотрел, как это все дело. Ну, не как канаты делаются именно, а вот где они делаются, вот эти канатные трассы, сколько там этих шпулек наматывается, там же. Интересно. Упущение сделал, чаю себе не налил, прям горло стоит. Сейчас, ладно, я так думаю, здесь на этом.
почти 4 талона. Тысяча. Вот, повторюсь, это 4 талона. Честно, дойдет до сотни. Попробую посчитать. До 50 наличие пропусков. Блин, 8, ну, в принципе, 8, да. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 50. Да, все нормально, пропусков нет. Теперь беру за правило все время проверять, ну, хотя бы посчитать. Появилась у нас идея. Попробуем сделать. Не буду обещать. Ну, потому что... Попробуем, ладно, сделать серию бюджетных ножей. Относительно бюджет, скажем так. Мы никогда не позиционируем то, что у нас ножи там в средней ценовой категории. Чем я обусловлен? Тем, что... Мы добиваемся хорошего качества.
А естественно, чтобы добиться хорошего качества, это надо больше потратить намного времени на нож. И, ну вот, и ну, хотим попробовать такую идею ножа по упрочной сборке, то есть там накладной монтаж двух плашек и на трубке с опрессовкой, ну естественно наклей вот с развальцовкой фул танги. Посмотрим, что получится, считаем, что по времени выйдет. Обещать не будем, но мы посмотрим, попробуем. Так, почти 5 эталонов у нас уже. Есть у меня предчувствие, что мы 6 талонов, наверное, впритык отрежем. Нож, ну клинок уже такой подуставший, но он с хрустом режет, все замечательно. Есть у меня предположение, что 7 эталонов он, наверное, точно не отрежет. В районе 6 эталонов будет. Канат тянется прямо из бухты, очень удобно. Он полностью замотан в полиэтиленовый мешок со всех сторон. Пыль туда не проникает. Хватит мне, боюсь, не хватит на 125-ку. Уже начинается непрорезание, переходит на обратный рез. Обратный рез — это, ну, это опыт. Сейчас посмотрим на его механику. Да, пусть у нас на эталон поменьше, посмотрим, как будет поведет себя. Хорошее прорезание. Что-то я думал.
Он перерезает, ну прям вот какая-то он полволосинки остается. Давайте попробуем сейчас еще чуть-чуть прорежем. Отрезаем. Ну уже на грани, то есть посмотрим. Тут 400, ну сотню резов хотя бы еще, да, чтобы нам ровно количество было, чтобы тут не пересчитывать, не высчитывать. Вот смотрите, то есть он прорезал, я не могу это не засчитать, и засчитать пока не знаю, когда там уже конкретно видно, да, не прорезание пошли, туда можно что-то, пока все прорезается, да, плохо, но прорезается. Я не хочу это, ну, скажем так, натянуть результат, сами знаете, они за нож надо болеть, но натягивать я не натягиваю результата. Просто если уже начинаю сомневаться, вот видите здесь, то тут да. Ладно, все, остановимся тогда. Пусть будет 1450. Давайте еще раз. Блин, ну сейчас он полностью отрезал. Ладно, бог с ним. Все. 1450 это почти 6 эталонов. Прям ничего не хватает. Давайте округлим, пусть будет 6. 5, там не мучиться, не пересчитывать. Предыдущий был 7 эталонов. Но был канат другой. И количество зарезов там было бешеное. Что-то 200, по-моему. Так, все, на этом пока. Давайте посмотрим, как себя покажет сталька на роге. Где у нас? Вот они у нас благородные. А вот по рогу он очень хорошо работает. Ой, сначала надо бумажку порезать чековую. Блин. Что ж, давайте постучим. О, загнал.
загнул. Вот показать, ну, очень тонкое сведение. Волна пошла. То есть, как вам сказать-то? Нету ни излишней механики. То есть я вернусь к предыдущему варианту. Но я, правда, и клашматил от души. То есть вот где повело чуть-чуть, там, ну, только по блику видно, кромка вся ровная, то есть ни выкрашивания, ни сколов нету. Давайте я вам сейчас покажу это наглядно. С другой стороны, может быть, остановиться на этой термообработке, за то, что ничего не будет режущей части. Так, сейчас я переключусь. Так, друзья, сейчас я вам покажу это место. Так, вот. И дизамин. Вот здесь легкие поводочки. Вот он. По отражению, по свету ее видно. И все. Мы видим той частью, которую мы работали, дубасили. Ничего нет. Вот он, этот замен. Так что вот. Что, друзья, я думаю, на этом закончим. Клинок показался только, я считаю, с наилучшей стороны. При таких сильных, да, замятинах нет выкрашивания. Это дорого стоит. То есть очень хорошо должна поправиться. Сведение просто на данном клинке очень тонкое. Там по заточке это видно практически сразу. Ну все, друзья, на этом закончим. Всем спасибо, всем пока.